Добрый день, уважаемые друзья. Недавно я столкнулся еще с одной проблемой, и сейчас я опишу вам эту проблему. Эта проблема была связана с моим проигрывателем Media Player Classic. Обычно я, когда смотрю ролик с помощью этого проигрывателя, вот я его, например, сейчас запущу. Вот он должен видеокадр показывать вот так, да, как видите, мы видим широкий экран. Правда, слева и справа есть немножко черный экран, да, немножко черный экран показывается. Но в целом это нормально, да, вот так я когда смотрю видеоурок, я все понимаю и все видно, да, видите, экран широкий. Но в другом ролике у меня почему-то экран не такой широкий. Сейчас я вам покажу, в чем проблема. Вот этот ролик. Видите, у него почему-то экран не такой широкий, как в первом ролике. Да? Слева и справа мы видим, черный экран имеет более широкую длину. Да? Черный экран, как видите, очень большой здесь, и слева, и справа. Я считаю, это немножко не то, и вот это надо как-то устранить. Да? Давайте я сейчас ролик перемотаю. Видите, экран как бы не широкий получается, да? Я люблю широкоформатный экран смотреть, чтобы вот такого черного экрана слева и справа не было, да? Надо как-то вот этот видеокадр как-то расширить, да, по ширине, чтобы вот этих черного экрана было поменьше. И я нашел решение этой проблемы, как устранить эту проблему. На самом деле все очень просто. Мы вот здесь находим вкладку «Вид» и кликаем мышкой. И обратите внимание, здесь есть такой пункт «Видеокадр». Мы наводим курсор на видеокадр, и открывается подменю. Да? Мы переходим в это подменю, и вот здесь есть такой пункт «Соотношение сторон». Мы выбираем вот этот пункт и переходим в следующее подменю. И вот здесь, видите, стоит галочка «По умолчанию». Чтобы устранить эту проблему, нам нужно выбрать здесь 16 на 9. И тогда эта проблема решается. Сейчас я выберу 16 на 9. И, как видите, экран стал широкий. Чуть-чуть есть только черный экран слева и справа, но это не страшно. Вот сейчас уже экран широкий. Да? Я сейчас как бы могу смотреть этот урок в широком экране. И так намного удобнее. Как видите, вот таким образом проблема была устранена. Я вам показал, как устранить такую проблему. И как видите, все сейчас нормально. Экран стал широкий. И я могу нормально смотреть вот этот ролик. На этом я данный урок хочу закончить. Всем спасибо за внимание.